Замечательную презентацию, а тем временем на сцену приглашается Добровольская Яна. Здравствуйте, меня зовут Добровольская Яна, я из города Тюмень. Я очень рада представить вам нашу с дизайнером интерпретацию на тему национального костюма, который отражает наш сибирский колорит. В этом самобытном наряде сочетаются традиционные элементы кроя, узнаваемые узоры и украшения, которые могли бы носить сибирские красавицы. Напоследок я хочу рассказать вам немного о своем городе, в котором я родилась, выросла и живу до сих пор. Что за край? Откройте атлас синий. Вот лежит в короне нефтяной черная жемчужина России. Область со страной величиной. Оттого в названии Тюмени проступает ярче с каждым днем. Древнее, заветное значение, ведь Тюмень — сокровище мое. И в память о нашем знакомстве я хочу подарить вам небольшой, но очень ценный подарок — капельку тюменской нефти. Ее обрамляет камень Змеевик. Он дарит душевную гармонию и силу. Нашему жюри это сегодня пригодится, ведь впереди целый конкурсный день. Спасибо за внимание.